Друзья, всем привет! У меня дома ведутся строительные работы. Рядом сосед ремонтирует квартиру, и там сплошной шум перфоратора. Поэтому сегодня вот так вот по-простому на улице. Поговорим о кнопке, которая находится на приемнике с тыльной стороны. Это безопасный режим. Если нажать эту кнопку, загорится оранжевого цвета диод, и это будет означать, что наш приемник будет записывать в два канала. На петле у меня сейчас установлено минус 10, и вот этот безопасный режим будет писаться в минус 20. Для чего это нужно? Это просто избавиться от каких-то перегрузов, если они будут. Кто-то громко закричал, кто-то там чихнул, я не знаю, или очень громко сказал, чтобы не было таких перегрузов. Бывают такие случаи, вы, я думаю, сталкивались. Поэтому есть возможность именно с этими петлями ECMW3 пользоваться такой функцией. Наш звук разделяется на стереорежим, правый и левый канал. Один канал мы пишем минус 20 дБ, второй пишем нормально, сколько мы устанавливаем на петле. Можно установить в 0, можно минус 10. Сейчас в данный момент у меня работает на минус 10. И второй канал такой безопасный, пишется минус 20. Не знаю, это нужно или нет, обязательно нужно попробовать и тогда делать какие-то выводы. Но вот такой режим есть, и им можно пользоваться. Вот такая информация. Я надеюсь, что она тебе была полезна. До новых встреч. Все, увидимся в следующий раз. Пока.